До 10 лет лишения свободы грозит мужчине из Белинского района. В его доме полицейские обнаружили наркотики растительного происхождения. Общая масса запрещенных веществ составила 900 граммов. По словам задержанного, марихуану он собирал в одном из близлежащих населенных пунктов исключительно для личного потребления. Полицейские обнаружили и изъяли 8 полиэтиленовых свертков с растительным веществом. Свертки мужчина хранил на кухне и на веранде дома. Часть свертков мужчина выдал добровольно, часть сотрудники полиции изъяли в ходе обыска. Изъятое вещество было направлено на исследование. По результатам экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством марихуана. Полицейские также напоминают, что сейчас в Пензенской области продолжается акция «Сурский край без наркотиков». О всех фактах, связанных с незаконным оборотом и пропагандой запрещенных веществ, можно сообщить по телефону доверия 59 10 10. Анонимность гарантируется.